Сегодня отмечается Международный день защиты детей. По традиции, 1 июня во многих странах мира проходят благотворительные акции, концерты и соревнования. Виновникам праздника вручают подарки. Наше губернье не осталось в стороне от торжественных мероприятий. В Самарскую филармонию сегодня пригласили почти 1000 детей со всей области. День защиты детей – один из самых старых международных праздников. Решение о том, что его необходимо проводить, было принято в 1949 году Международной демократической федерацией женщин. ООН идею поддержала. Так появился особый день – 1 июня, как еще один повод напомнить взрослым о том, что дети имеют право на жизнь, образование, досуг, свободу мнения, а также защиту от психологического и физического насилия. В филармонии многолюдно, шумно и весело. Никаких долгих речей. На сцене сразу приступают к основному действу. Нашлось это полено. Музыкальный кукольный спектакль «Золотой ключик», объединивший не одно поколение детей, поучительная история о непослушном Буратино, его друзьях и врагах. Ну ладно, ладно, пойдемте в страну дураков. Ура! В зале 975 мальчиков и девочек со всех муниципалитетов области. Это дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также малыши, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Внимание правительства к ним особое. Указом президента объявлено десятилетие года детства. И с 18 по 27 годы 10 лет для того, чтобы в ежедневном режиме усиливать те меры, увеличивать те мероприятия, которые только способствуют разностороннему развитию наших детей и их спокойному, замечательному существованию. 1 июня в Самарской области стартовала летняя оздоровительная кампания. Дети-сироты и оказавшиеся в трудных жизненных условиях смогут отдохнуть бесплатно. На средства регионального бюджета в этом году закупят более 41 тысячи путевок. Малышей и подростков ждут в лагерях дневного пребывания и стационарных оздоровительных учреждениях. Алена Власова, Александр Каракулько, Новости губернии.